Всем доброе утро, всем привет. Сегодня 10 мая, мы находимся за Ангарском. Вчера мы проехали 307 километров. Экологическая обстановка тут, как говорят, на грани катастрофы, в общем, скажем так. Средняя продолжительность жизни здесь меньше, чем по стране на 5-7 лет. Народ отсюда бежит, город такой гнетущий. Ну, посмотрели, засняли в магазине немножко цены. Вот, как выглядит этот дом, где магазин, примерно ночью просто где-то... Даже освещения-то толком нет на улице, понимаете? Просто как бы можно было поснимать, но освещения нет на улице. Днем сейчас возвращаться, ехать. Ну, таких домов и у нас в городе полно. Маленький городок, скажем так, однотипные дома. Ну вот, все, а мы едем в сторону Красноярска, едем дальше. Едем в сторону Красноярска, до Красноярска 1008 километров. Поселок Тельма. Основан в 1660 году. Вот так вот, основан в 1660 году. А это в Тельме храм Казанской иконы Божией Матери, 1816 год. Дочь, тише. Едем дальше. В Соли Сибирская. Ну, посмотрим, проедем через... Ну да, с Байкала приехали, сразу заметно, смотри, как теплее. Тут уже, блин, даже тополя вон зеленые. На Байкале там еще вообще только-только начинается весна. Вот. В принципе, 78 тысяч, не маленький городок, не такой уж и маленький. Ну, он растянут. Ну, вдоль трассы, скорее всего, вот так и будет весь, но... Как ты говорила, здесь есть этих... Православие, католичество и ислам. Нет, этот храм, который монастырь, вернее. Католический монастырь ордена Босых Кармелитов. Здесь есть католический монастырь ордена Босых Кармелиток.
Вот так вот. Да, очень оригинальное название. Босые кармелитки. Бензин, газ здесь дешевле, допустим. Я просто думал машину переделать на газ. Потом отказался от этой идеи, потому что в Питере переделка ровно в два раза дешевле, чем у нас. И, в принципе, оно бы себя не окупило. Но газ здесь у нас 23,50, здесь 20 рублей 50 копеек на заправке. Вот такой вот городок. Продолжаем мы ехать по Уссурийско-Сибирскому. Судя по всему, тут крупная станция, видать, узловая какая-то железнодорожная. Гарнизон военных летчиков. Вот так вот живут военные летчики у нас. Разошелся. Вот это река Ака. Вот она. Собственной персоной. Протекает эта речка рядом с населенным пунктом Ухтуй. Стоит маленько в сторонке. Поселочек. Больше даже деревенька. Наверное. Потому что нам не видно с дороги. Едем до зимы, пока обед там запланирован. Проехали мы, значит, от стоянки за Ангарском 207 километров. Доехали до зимы. Здесь столовая, решили не готовить, не тратить время. Покушаем в столовой, да дальше поедем. Разошелся дождик. По дороге нам попадались несколько участков ремонт их дорог, ну а в целом дорога в отличном состоянии, можно спокойно ехать, доехать. Вот так вот, едем дальше. Все засажено. Дождик разошелся, от самой зимы нас не отпускает. Вообще, да, вот последние несколько деревень проезжаем, много вот такой картины. Старые дома разрушены. Уже рухнули. Бросали, оно уже просто провалили с крыши. Уже виднеется Тулун, город. Здесь живут шахтеры.
шахты, я понимаю, тут на Сопочке. Кстати, бензин здесь дороже. Странно. Там на Сопке, я так понимаю, шахты и находятся. А, так вообще. Вот такой Тулун. Это город. Город Тулун. Да. Автобус рейсовый. Глядя на этот город, как-то все грустно. Окна как бойницы в здании вот за этим. Да, мы с Татьяной в недоумении, почему шахтеры в нашей стране должны так бедно жить. Ужас какой-то. Зима нас, по-моему, преследует. Снег лежит. И сосны в снегу. Закончились у нас равнины с полями. Опять начались Сопочки. Ну вот, пока заправлялись мы на этой заправке, немного узнали про вот этот город, который мы покидаем. Самая такая достопримечательность этого места, даже не этого, в 209 километрах отсюда находится Тафалария. Там живут тофы. Это самый малочисленный народ мира. Совсем недавно они вообще умирали, были на грани вымирания. И, значит, когда прилетал вертолет на выборы, там, я так понимаю, он там прилетал раз в 4 года, на это деньги всегда находились на выборы у нас. Женщины, обезумевшие от горя, в общем, чтобы спасти детей, закидывали в этот вертолет своих детей. А дети были как? Блокадной дистрофии. Да, были доведены до блокадной дистрофии. Перетирали корни на еду, в общем, ели корни. Сейчас выделяется 30 миллионов в год на этот район. Говорят, что это мало, но все равно пайка, как в блокаду, 400, в общем, 400 грамм хлеба в день каждому человеку выделяется там. Сейчас. Сейчас, да. Нижнеудинск еще знаменит тем, что именно здесь Колчак отказался по дороге в Иркутск, отказался от своего права на престол. И здесь в Первую мировую войну был лагерь военнопленных. Именно сюда их свозили. Ну, да. Ну, вот как-то так. Город живет в основном за счет ЖД-станции. Это градообразующее предприятие, скажем так. Ну, вот и все, что такое. Едем дальше. Не знаю, передаст камера, нет. Но мы потихоньку приближаемся к Саянам.
Да, вообще, юридически, грубо говоря, мы уже едем по Саянам. Это уже территория Саян. Из Саяны у нас простираются от Байкала до Енисея. Так что тот Байкальский хребет, он называется Байкальским хребтом, но как бы получается часть Саян, которую мы видели и снимали. Вот так вот. Такой большой хребет. Это труба. Для нашего достояния. Какой-то поселочек, не знаю какой. А, Замзор. Вот так вот он в ущелье в таком стоит. Будем надеяться, что здесь что-нибудь есть. Может, здесь и останемся, потому что по амурскому времени 10 час. А по местному уже светло, и мы подъезжаем к Красноярскому краю, а там вообще 2 часа разница. Но все равно надо отдыхать. Мы и так проехали больше 500 километров за сегодня. Для нашего обоза это своеобразный рекорд. А похоже, нифига. Извиняюсь за мой французский. Нету здесь ничего. Ладно, едем дальше. Вот так вот. Я решил не тратить время впустую, пока Татьяна готовит проехаться еще немного, поискать место, где можно остановиться на ночлег. Да, а мы готовим пиццу. Едем дальше. Ну, наконец-то. Не прошло и 200 километров. Мы нашли... Какой 200? Больше? Километров 250 точно. Ни одной кафешки, наверное, не было. Где стояли бы дальнобой ночевать. Как раз у нас уже готовится тут пицца на плите. Ну, а мы заворачиваем на ночлег. Остановились мы, значит, проехав 544 километра от Ангарска. От того места, вернее, выезд с Ангарска на федералку, где ночевали. Вот такой вот отель у нас, как напротив, как в голливудских фильмах. Остановились мы здесь, Паллада. В общем, круглосуточный магазин, продуктовый, здесь же масла, автохимия и все дела. И здесь же кафе. Все 24 часа. Большая парковка. Вот так вот, может, кому пригодится. Ну вот, наш ужин. Всем спокойной ночи.